программе «От Баха до Пьяццоллы» прослеживается нить, связующая произведение. Лейтмотив сегодняшнего вечера – это жанр танго. Итак, вернемся к эпохе Баха. Прослушайте медленную сарабанду из «Лютневой сюиты» – соло Айдана Карашина. Испанский танец. Автор Белла Ковач, венгерский кларнетист. Ему принадлежит ряд сочинений для своего инструмента, среди которых наиболее известен цикл «Посвящение» для кларнета соло. Итак, Белла Ковач, «Посвящение» а-ля «Фламенко», «Посвящение» Мануэля де Фалья. «Фламенко».